тебя квест есть на арену? А, там пушку хуёво, все равно. Хуясь. Ну, иди сюда. Прыгай, блядь. А? Прыгай. Просто прыгни вниз. Пиздец меня. Бля, далеко я не достал у тебя БДС. Был сразу прыгнул. Ну все, сейчас дай. Ну, че не резать, блядь? Че за хуйня? Че ты воскресить не можешь? А, вот, бой был. Бля, ёбаный в рот отменил, сука. Ну, еще раз. Ебать нахуй, я только ману спалил. Я ЕСКОП нажал. Прикинь, тут в рейдах столько маны у меня, я могу резать трех подряд. Побежали. Он сейчас одну полет дадим, чтобы отсюда хотя бы вылететь, а дальше сам будет. Драконьим погостью полетник есть рядом где-то. Как вот здесь есть рядом? Мы ближайшие ближе. Не с погостью, вот здесь есть ближайшие. Тут потом сам открываешься. Ну и чё у них? Тёма не пришёл, всё, пизда рулил, да? Чё лучше взять? Чё говоришь? Чё лучше взять? Лучше взять, ты про что? А вон линканул. Набери, остывшая слеза, так, выносливость, интеллект, дух, силу заклинания, скорость, выносливость, интеллект, силу заклинания, крит, мана. А сколько ты сейчас не одет, тебе рейтинг скорости будет важнее, чем рейтинг крита. Поэтому я бы взял выносливость, интеллект, дух, силу заклинания, рейтинг скорости. У тебя дух чуть-чуть поднимет крит, дух чуть-чуть сделает... Хочу первую. Ну, оберег, да, я бы взял. Слеза и луна — это на шаману, блядь. СПД и крит. Друлям все-таки лучше дух. 191. Все, где только полетка, блядь. Вот мне же топель надо. Бери полетку. Жаль дальше. Так, нам надо вот теперь туда. В курсе, чтобы УД сохранять, знаешь, что лучше делать? Давай потом, когда релогаешься. Ну, на 2 часа берет. Но, УД сохраняешь. Не, ну одну тринку-то я точно не буду отдавать. Это... То есть этот самый. А ты куда поехал? Ну я перескочил. Пошли. К КРС, блядь, полет. Куда я? Куда ты пошел? Ну еще полет к Драконьим погостям. Ну так я бегу туда вообще-то. Где там мне надо этот накидку купить? Эти ебаные деревья меня пиздят. Прикинь, пошел, короче, на пятую кату магом своим вонючим. 190 какой-то там, блядь. Дал, блядь, третий по ДПС, короче. Первый таунг там 6к дал, блядь. Потом приезд, и потом я, блядь, сколько? 2800 дал. А я сегодня хилил пятую кату, блядь. Там бутылки под метеориты попали. Роме, как ППГ пойдем, так, блядь, он падает по КД просто. Роме? Ага. То я пошел. Этот, то с тобой были эти носороги-то, блядь, чаржнились у меня. А я посмотрел видео, нахуя ты записываешь этот трэш, блядь? Бундрак с Хаугирки, блядь. Флэшвойт врывается дальше. Секунды. Это то, как я на дракончиках ворвался, вот то же самое, блядь.
какой. Вечок? Ну, кобальт, смотри, блядь, копай, ёбаный, блядь. Кобальт где? Ну, он синий. Здесь пока. Вы швыреете, собираете или что, или просто ходите, полетки изучаете? Блядь, закопался нахуй. Ну ты, блядь, тут идем. Едем. Собираем, собираем. Ну я не взлечу на него, тебе придется один хуй снизу свалить меня, блядь. Ебать. И не взлетишь. Ну хотя бы будет полет. Я угораю, пиздец. Ну чё, я такой же хуйней занимался. Как только Дларан прилетел, все, я, блядь, спрыгнул вниз, нахуй, в баблях, и побежал, блядь, в РС. Вот это вот первая была полетка, которую открыл. РС, блядь. Друзья, смотри, справа. Какие друзья есть? Пиздят тебя. Путь титанов. Короче, смотри, Войт, нужно делать так, чтобы мы релизили 23, и я, блядь, вот как-то так, я не знаю, что там со временем, у тебя попок вообще, плюс 3, хоть плюс, блядь, 33. ЦЛК тебе нужно проэрелить. Один раз собрать рейд и поэрелить, с начала до конца. Я, возможно, там могу подключиться ближе к концу, там, каких-нибудь боссов, типа сложнейшей валитрии. Я не понимаю, почему мы сначала профа пропускаем, лан пропускаем. Не знаю, не знаю. Бред. Идут по принципу, блядь, олчата, давайте сначала убьем слабых, что точно убьем. Хотя нужно, блядь, проверять РДПС на профи, как играют люди, блядь. По кругу идти всех хуячить. Ты отстал там еще? Бери полетку, давай это... Они логично давай, делают, блядь, потому что если они будут на профи час, допустим, вайпаться, блядь, то они расходиться будут. Ну, блядь. Пришли на профи, попробовали. Ну, хорошо, если не хватает РДПС, да, согласен, но, блядь, надо пробовать. Если хватает РДПС, давайте убивать. Если не хватает РДПС, идите на вальку, блядь, забирайте плащи, нахуй, кольца, сука, что вы можете. Повышайте РДПС свой. И лут, блядь, почему нужно сразу раздавать? Потому что многие люди... Они такие, знаешь, вот, не знаю, как... Чё? Вот, пишут хуи всякие. Чё говорил? А, люди некоторые, знаешь, какие, как я, они идут, допустим, вот я знаю, что мне нужно щит, да? И у меня уже слот под него в сумках, камень готовый, и у меня уже чарка на него готовая. То есть я его получаю, как только сраливаю, я его сразу надеваю и все. Мне 2 секунды, блядь, он зачарен, нахуй, этот сам. Вот. И люди должны вот так в рейд ходить. Нужен тебе пояс, блядь, серебра. Возьми 3 камня, сука. Возьми, блядь, пряжку. Сролил, надел, вставил камни. Все, ты охуенно. Ты сразу улучшился. Вот. И если люди будут так играть... И лут раздавать после каждого босса. У нас после первых двух кварталов рейд уже будет сильнее. Согласен? Ну да. Ну вот надо. И все, блядь. Поэтому тайм-лут это залупа для олчата, блядь. Для трини. То есть, как бы, если РЛ раздает лут по тайму, значит у него больше нет возможности или желания там удержать как-то еще людей в рейде. Это хуево. А почему у меня нет теста на этого? На ласку теперь. Может, ты сделал? КД на Накс посмотри. У меня нет. Посмотрим. Да, КД на десятку Накс. Короче, я палом туда не пойду. И магом КД. Ага. Ну, может, блядь, это? Ну давайте тогда регать хули ФПГ, блядь. Ну тогда я на мага. Блядь, забыла, конечно, что КД повесил. В общем, я эти войт вот так говорю. Нужно, блядь. Я не знаю. Он Сабирик уже психует. Говорит, там меня в рейд не берут. Я за слот в рейде, блядь, насасывать не собираюсь. Сейчас отойду минутку. Я его понимаю, потому что он, блядь, бегает, нахуй, ЦЛК его ни разу не взяли. Он Кату взял уже, четвертую. 2 раза был ЦЛК, 2 раза его не взяли. Ни на вас снова, ни на...
Он заебись играет, насколько ты знаешь. Хпал уже ПВПшный, блядь, его можно хпалом даже делать. Он не будет хилить по ПВЕ процентов. Роми, ты здесь? Ну, конечно. Слушай, у тебя есть шерсть? Я все, что было, скидывал. Хорошо. Так. Капитан, потом смонтировал. Бля, охуеть, исследование трасс Нордкова еще 2 дня до восстановления. 2 дня, 7 часов, ебануться. Чем будет? Ну, что не знаешь, вот исследование трасс Нордкова. Когда ты клацаешь 10 клеверов, то появляется какой-то рецепт. Эликсир или зелье. Вот, у меня пока эликсир смертельных ударов. Это вышли баночки. Некоторые. Как только их могу варить, соленью смогу варить там ледяного змея и так далее. Зелье скорости, такую всякую хуйню. Короче, обосрались, ссылка. У меня есть только в дырке. Угу. Да, пожалуйста. Так. А где? Давайте, хватит. О, дракок. Все. Что говоришь? Что ты там говоришь? Буря зашел. Драк, лок. Давай, собирай. Ага, говорю, буря зашел. Ну ты не знаешь, что. А где ты-то? Давай. Блядь, пати будете принимать или что? Давай, давай, пати. Какой там, Фродзин, да? Да ёбаный, я в гильдии в твоей. Не, проще, блядь, это. Здесь друзей добавить. Видишь, как неудобно сделано. Кто нет вкладки гильдии? Так, вкладка чё, блядь? Розовая такая вкладка гильдии. Вот, да, я знаю. Неудобно так вкладка. Короче, регам РЛК. Килл ДД. Вон. Нет, Бинада. Где в драконе? Я ну, потом. Даларан лечил. Регу. Да мне просто там алхимку доучить. Там рецепт уже по 15 блок у меня всего сот. Ну что, одеваемся сейчас. Весь шмот, который этот. Танка хила РДД. Едем внутри группы, чтобы пидорасы всякие за саликов себе не забирали. Потом между собой раскинем. Иди, срывайся сразу всех от них. Давайте пойдемся. Окей. То есть сундук. Не хочу о, делать. Квест какой-то. Освещение. Вот, освещение можно взять. 87-й лут, смотри. Беру. Там хотя бы это, попылить можно его. Назад, ничего мне. Это легкий скелет. Не РБКшный скелет, который ебально пробивают. Вот как ты умер-то опять? Исхилит.
Я вам не по товарам, тут ни контроля, ни хрена нет. Будьте добры, это по хд сейчас. Нахуй он нужен. Дай лапку. Что это такое тащишь? Это какой-то зам или офицер? Да не, ну есть такая херня, я чувствую, пробежут, скажут, бля, соберите телку. Тут мы такие, бля, окей, нахуй, Google. Ну, вот так вот, по таким условиям, блядь. Тут трава, блядь. Смотрите, левую зелень скрушим. Передаю ее в бойду. Прям во время боя такой фласк. А, я понял, что у меня бывает, блять, они перед собой ведутся. Клиф, слышишь? А, нет. Угу. Уебищный мог работать как надо. Три 800 тип. Снимаем домах. Красиво, бомбы так взрываются. Дроля убила нас. Я всего-то сделал, я накинул 4 бомбы, блядь, дал конус холода и кольцо льда, и это... Даже на ротацию начал крутить. Что там, блядь, тело? Отсреза нет у нас. Сейчас же будешь покинуть тело, бля. Торфов гроза покинут. А у мага какая? Бомба, блин, покинуть тело. Мага конус холода покинуть тело, бля. Кольцо льда, бля, покинуть тело. Конус холода, кольцо льда покинуть. Аж мало урона наносит, блядь. 800 нахуй. Могиль, да. Нахуй камни, блядь. Камни, блядь. Пулгиркин, блядь. Бежит вперед, да. Заебались твои пушки. Вот вон. Портал, интересно. Че, а че, будем делать? Кое-что. Покурку с угольней, блядь. Не сделаю. Делаем. Давай, сагу. Я угораю с этой бабой, вообще пиздец. Ладно, бежит хуйня.
долбить. Захуяли. Эти ощущения невозможно передать. Да не огри, блядь. Вы заебали, дайте вас я чую делать. Эту курицу же надо перевести еще. Уничтожь наших непрошенных гостей. Да ну бесполезно говорить. Бля, мне сейчас захуярит. Его же подбить надо, алло. Ну, бля. Если мобов не бить, мне захуярит, да? Блять. Вот, видишь, меч стоит. Вот здесь должен мудак отстоять. 5% конченая, блять, маха и лох, нахуй, пидор твой. Два долбоеба, блять, нужно было три мага слить, пока я большого кончу. Короче, нахуй. Два дебила, это сила, блять. Видишь, в центре, когда стоишь, ТПК там стоит, блять, с этим спиной. Как к порталу, блять, а не к дорожке. И что, чтобы его откинуло? И все. И этому мясу, блять, корни дают перед падением меча, когда вставит на. Все нахуй. И меч его убивает, как меня сейчас. О, это наруч на него. Любись. Как нужны. Четверка за превознесение покупается у Керентора. Это за почтение. Знаете что, ребят? Забавно, кусать меня. Пойдемте-ка мы кузню в яму. Своим ходом, м? Да мы там сдохнем, блядь. Ну и заебись. Зато там кукаять можно, блядь, пофармить. Ну в обычку. Не сдохнем мы там. Там лут 232, может что упадет.
есть мнение, что у тебя КПД фон. Это не мнение. Ты же в ДДш, мать, хуяришь, да? Угу. Красава. Что-нибудь танк шмот нет вообще? Как, блядь, что, ну, почему тебе не дали шмот на БС, на два спек? Ну что, пидоры, блядь. И один спек дают? Да. Что ты взял тогда на ДД? Да я думал, кровь хули думал. ВДК там. Ты чего? Ты же все равно ВДК там этим защите нужно было. И тебе кровь на ДД дали. Что-то не пойму, блин. Да? Какой надо выбирать? Какой спех надо выбирать, чтобы тебе дали шмот на там? Как-то очень сильно сегодня наебал. Здорово, заебал, вставай, дед. Интересно. Так, четвертый раз упал, блядь, за ПП. Окей, сейчас посмотрим, блядь, сколько ремонт нахуй займет. Может, у меня 10 голды на кармане, кстати. Вот будешь впереди бегать, будешь постоянно падать. Хорошо. Не огри, это тебе не будет настоящий. Самозванец, нахуй. Какой же, блядь. Вот, если отворачивает, мне кажется, будет чуть-чуть, блядь. Не, ну так чисто предположение. А вдруг? Вдруг сработает. Угу. Как насчет вернуть? Ох. Низкий уровень здоровья, Рон. Я никуда не бегу. Я стою на месте. И я все равно умираю. Что за хуйня? Я не бежал никуда. Потому я стою рядом с тобой, блядь. Все равно лежу. Что за хуйня? Ты видишь, Войда бьют сильно. Ладно, закинь. Это надо столько воды брать, шмот покупать. Нормально. Хай он как откинулся, прикольно. Открывай Миллер нахуй, а то я до конца покой не выйдешь. Что открывать? Говорят, открывай Миллер. Читаем стаки на Войде. Нету стака. Хуя у тебя откуда випка? А, лояльность. А, ну да, прикинь, у тебя еще и вип-силлер будет, и у Наги. Это как два вип-силлера, нахуй, 4%. Да был бы ты в ДД-шмоте, был бы, блядь, все пизжи гораздо. Сколько у тебя брони за эту защиту? 448. Вроде собран кап. А что как прошивает? Кап 540. 535. А, 400 точно. Это было 500, да. Для рука достаточно 515. Для рейдов нужно 535. Ну да, недобор. У тебя есть хотя бы 60% уменьшения урона по себе? 61. Что за дело? Просто криты иногда проходят. Он 5000. А криты проходят за КПД. Как только соберешь, да, все нормально будет. Будет прилетать по... Ну, по 3, по 5 будет максимум прилетать. Да хуйня, сейчас быстренько соберем почему. И он, ты говоришь, это 2 дня мага со 180 до 196.
О, смотри, это накачан на меня. И это нужно. Саул. Мне кажется, медведям поинтереснее. Кстати, она настолько редко падает, это кольцо, блядь, я в ахуе. Блядь, Синодор спетушила. Что у него за кольцо, посмотри. Ну какие кольца? Ну так 200 лет. Ты если целуешь, что ли? Ага. Нет, скажи, нельзя, нахуй. О, смотри, нехай, босс. Что за недоноски осмелились вторгнуться сюда? Поживее, братья мои, угощение тому, кто принесет мне головы. Сейчас, блядь, пизды получим. Не знаю, кто у нас. Блядь, ёбаный в рот. Я понял. Войд бежит, а вы держитесь, блядь. Зима, зима. Зима слева будет. Ядерная зима. Я бегу, вы только не сдохните. Убегайте куда-нибудь, щемите. Корни, корни роми. Когда убиваешь, вот последний лучше убивать, давать корни и ждать. А еще потому что бегут пизда, вон, видишь? Все, пизда. Прибраживаюсь. Все, примораживаю. Я ползу и ползи, ползи, чудович. Лед где? Ага, в принципе, нормально, мы так можем бесконечно держаться. Мана не кончится. Но вам не нужен, да? А нужен вообще? Сейчас, блядь, Роми отъедет. Ну, нах тупой, блядь, второй не может дать мое. Не может, блядь, думать. Кольцо холда отдал, а бонус холд, блядь, не может думать, петух. Кольцо забрал 200, дуть не умеет, блядь. Все, я ухожу от вас. Конченый, блядь. Как мне копии и грилы, блядь. Чё за жёть-то? Да, блядь, тут бежало тело, блядь, его ебанули по голове, блядь. Ебаный по голове. В принципе, нормально. На нашей полемике, блядь, про гильдию, понимаешь? Ну, люди не того уровня. Они мало того, что по гиру, ну, хуй знает, может, они просто тупые, может, они не собраны правильно, блядь, не знают класс, не жмут что-то правильно, блядь. Там много причин есть, они все складываются в то, что мы не убиваем. Ага. Что делать будем? Так, чтобы убивать, надо быть людей, которые, блядь, убивали уже, ну. Тогда, блядь, все получится. Так пусть получится. Так заебешься учить. Они не убивали? Ну, ты имеешь в виду гильдии, сколько ли человек тебя убивали, брат? Да хуй знаю, блядь. Я не знаю. А Нилану нахуй не убивали. Они у нее приходят каждый раз, как будто они убивали, нахуй. Им макрос пишут, понимаешь, они стадо, блядь. Блядь, я вообще против этого макроса. Начали, да, кроме получил укус, допустим, нет. Кроме укусаешь, блядь, мульт. Окей, нахуй. Вы двое, потом следующий. Мульт, ты там кусаешь Гурского, Роми, кусаешь, блядь, кто там Милика какого-нибудь, да, там Лили, блядь, все. Нахуй это надо, вот это вот то, что не исполняет, объясните мне. Жди. Не, давайте пообщаемся на эту тему. Я, может, что-то не так говорю, или там что-то, блядь, реально сложно. Попробую, я никаких сложностей не увидел. Блядь, тупых людей, блядь.
Ну, на лане там, блядь, Эйлап. Хилы захиливать должны, блядь, ДД дамажить, передавать опусы, танки кончить. Они фласки на сапроты пьют, блядь. Ладно, блядь. Мудаки ебаные. Чем, блядь, сука, резиситься, нахуй, покажите мне, нахуй. Кто это охуенный такой резист? Да еб твою мать. Куда ты, блядь, лезешь? Жопа ты полная. Ай, блядь. Ничего не сделать, только полный с холода, блядь. Зачем ты стамп? Потому что я в мире зоне стадируюсь. Да мне. Да потому что ты дурачок же. Если эти мобы ссекаю. Объясняю, почему я так делаю. У меня скачан талант. Пытка слаба. На магии. Талант. Увеличивает урон от заклинаний. Огненный шар. Огненная глыба, наносимый скованным или замедленным целям на 12%. То есть я даю конус холода в пачку первым, чтобы увеличить в него весь входящий урон, в том числе бомб. После этого сковываю, вы наверняка, если какой-то мисс был. Дальше начинаю кидать бомбы. После того, как всех обдотал, начинаю разжигать под ними костер. Вот ротация на АОЕ. Ну, естественно, там возгорание, опять кофе и так далее. Я начинаю всегда с конуса. Ты только не начинай эту хуйню свою вплотную к мобам, блядь. Как? Я... Тогда как мне тогда всех мобов захватить? Я хуй знаю. 10 секунд, 20, 30. Угу. Когда у них останется, да, там, блядь, на 5%. Ты видишь, я одну цель могу набрать, я говорю, 2 в 3, я не могу никуда. Я вижу, как гибридный спец, потому что мне нужен по-хорошему робот, который со мной ворвется, блядь, даст это во всех, блядь, хуйнюшку свою. И все, ядро будет на тебя. У тебя вскипание крови есть? Да, нихуя нет. Вскипание можно почувствовать после лучше. У меня уже мана кончилась, второй раз уже. Делаем кристаллы на маму. Блять, ничего. Их все равно нужно сливать этих вот. Да, жопа полная. Вот лимон, я не пойму, ну почему ты вперед заходишь? Ну видишь, ты дохнешь и дохнешь, он не ловит, блядь. Ну, потому что если ты сзади поддамажишь на 500 меньше, ты все самый плохой. Знаешь, как сложно перевычиваться, блядь, с одной манеры игры на другую. Слушайте, я нашел баг. После смерти я бегу третий раз, собираю третий раз ледошип по одному и тому же месту. Это что-то хуйня. Ну все, блядь, фласки делай. Слышите? Серьезно, бегу третий раз после смерти, третий раз ледошип на одном и том же месте. Она, походу, обновляется здесь, инсты. Ну, круто. Или можно приходить, блядь, отдыхать от моба и фармить лучше цвет, да, пока даешь мод снимать. Я правильно понял? Угу. Да все равно это ничего не дает, блядь. В смысле? Всех бесплатно. Северный лотос, вот что надо будет. Где он падает? Ну, страф падает. Как лотос скверно редко падает. Лотос скверно вообще только одну штуку нашел. Он стоит. Это уже одну или две. Лотос скверный, трава букашная, там где тухлый фласк. Короче. Фармите на этом острове ебаный. Я буду сейчас флаз купить. А ты вот кидаешь лужу. Почему разгоняешь на всех потом? Mm-hmm. А почему не на тебе-то? Да я хуй знаю, блядь. Два моба этих шли,
Зачем-то вот этих трех мобов, которые там стояли, сагрили, блядь, еще и в луже все сдохли. Нахуй знает зачем. Сдохли все от лужи. Надо походу, знаешь, как играть, типа как ну, раньше играли осторожно, типа нахуй отводить. Вот мы здесь, да, и надо просто отводить мобов далеко, нахуй, чтобы, блядь, не перлись вперед. Так вот, мне для тебя подарочек, тебе пригодится еще. Если мы отводить, если мы вперед двигаться не будем, они будут бесконечно. Нормально и так. Кроме пей фласку на дух, я тебе выслал. Шикарно. 250 гривен, все, сейчас убью. Там еще другая была, красненькая. Лик сердца летильной силы, сила заклинания 24, дух на 24. Чего вы там, блядь, дрочитесь? Че, пей фласки, блядь, пей, но... Я пью фласку на критическую. Не пейтесь вперед, не агритесь. Не прям. Куда вы пошли назад, зайдите все. Это вот... Минус один у нас, зайдите назад. Один нах. Че не вверх сделал? Где, как? Он валяет. Как он сдох? А у меня все пока все живые. А у меня нет, нет, он махлен. Труп, видишь, прям за углом. Вот вы вообще не видите ничего. А где он? Вон, вот он, блядь, лежит. А нахуй он лежит? Не знаю, вот он лежит. Прыгай на нем, да пусть стоит, блядь. Чё там? Я вижу ледошип, попробую собрать. Тимо, блядь. А, вот сейчас, смотри, сагрится. Ну и нормально, вроде все тут. Дерево так чавкает вообще, смотри. Крыса сосет, нихуя себе. Так, ну чё, готово. Лужу сразу кидай, кидай вперед лужу. Все, двигаемся вперед. Иди с хуйня, слева сейчас будет. Вот, ты не видишь? Сказал сейчас, слева будет лужа. Фласку пей. На броню. И пальник поверни, он в конец коридора, и смотри, откуда дракон летит. Двигайся вперед быстрее. Следующие пачки, да. Вот дракон летит, видишь? Так дыхает, слева будет. Угу. Удайте. Отлично. Вот этих двух еще. И следующий. Смотрим, смотрим на дракона. Где? Пока не прилетел еще. Справа летит. Уходим влево. А, долбоеб сейчас сдохнет. Тупое животное, блядь. А, выжил. Смотри. Агри тех тоже будет. Да меня захуярят. Давай, агри их. Второй там дракон летит, смотрите, где он. Стрелы сейчас, лутайте с ним. Летит, справа летит, отходим налево. Стой, у входа там, они сейчас появляться будут. Слышишь? Берите гарпуны, две штуки надо.
и стреляйте, когда он подлетит. Агри их пока. Школу не будет. Короче, кидать нужно перед, как он бежит этот. Вот. Хуя, хорош. Лови, скади. Три стрелы надо. Вот это, блядь, попадет. Я надеюсь, ты это не пишешь. Серьезно. Ну че? Чтобы вспоминать потом. Бля, вообще трэш какой. Фаст, кстати, на 2 часа. Ты еще будешь, ты вспомни еще последний босс, что будет там. О, там да. Я помню. Зима у меня станет, что он делает? Работает как надо. Ничего не показывается нам. Стрим встанет. Ради скальп пуск. Хрень, бери перепушку. Тебе нужна. Там вообще твое. Опа. Давай. Где ты там? Ну кто пушку сорвал? Я. А я утонул. Ну очень нужно. И так вот. Пиздец, кажется. Вы что, меня точите или что? Посох меняй, быстрее. Ровно. Посох ставь. Давай жри, блядь, что-то пей там. Блок дай ему. Вот, 91. Стоп. Норм вообще. Посох супер. Вы тоже какую-нибудь одноручку пиздатую. Ну чё? Ака, давай. Чё там меч-то у тебя, блядь, камертон, что два моба в овцу? Законтролили. В этом РБК что-то? Какой РБК, блин? Келесит. А, Келесит. Две пачки садились, нахуй. Ну, три моба я танчу, блин. И там два моба еще бегут. Они их в овцу, нахуй. Один в овцу, второй в овцу, блин. Ну, еще охуенно. И бодивили скилл. Вот это да, да? Учитесь умыгать мобов, на. Короче, я убегаю, но кого-то примораживаю, тут пизды получится. Давай, да. Ебать, войскам надо давать, что-то, блядь, делать, пусть. Короче, обрываешь, под копию. Сфир, блядь, глыбу нажимай, спасайся, блядь, даю войско. Глыба набрать.
Вот этого хуярина. Всех Роби, хуярин. Беги нахуй куда-нибудь. Блядь, жесть. Никуда ехать. Бля, Вася сейчас просто обосрется. Да первый раз с вами так иду. Просто мне хуй шмот накрой. Вот что я думаю. Сука, зато весело. Какая школа ранее. Это опасно. Не прошел он мисс. Блядь, щит ма... Смотри, сейчас дают. Это ма отключил петушара. Волки, сука. Бей его, блядь. Не могу даже спиздить с него этот сам хилки, бля. Вчера крадом не работал. Сейчас мы просто обосрёмся, блядь. Чё бить его нельзя под бафом, помните, да? Докайкать. Просто меня тручит. Как свой он сейчас нахуй просто со спинка нахуй. Заберёт. Хилюсь почти, МПС, 9 капнут. Биатриста это уже уровень пика. Не, у меня 100к на хиле уже. А, заебашь, мы терпили. Блять, убегай. Да, не захуярят. Ты чё тут гонишь их всех, блин? Хули делать? Ну, блядь. Готовы уже отвайпнуться. Подожди, стоп. Погоди, сапфир мана, блядь. Я тебя, если меня убил, то убил. Всё, давай. Я все погибли, спиздил. Вот, блядь, меня сейчас чуть не убили, блядь. Ты спиздил его? Да, я спиздил, погиб, поэтому это вышло. Да, то мы лайкнемся. Я пизжу и наношу ему урон, если я рядом. Так что я буду пиздить его сейчас. А, погибли, видишь? Опа, нахуй, сразу спиздил. Вот, это другое дело, блядь. Просто маги все донные. Вот, вот хуйня, вот хуйня. Что хилить надо, я не могу. Вообще не привет. Надо как-то выживать вот на этой хуйне. Бля. Ой, бля. Лыбу, сука. Захиливай быстрее. Лыбу, лыбу. Лыбу, когда погибли, надо спидить. Пока не таскивай. Тебе, может, стерильно? Вот она, вот она. Понахуй. Погибли, заебли. Сука, еще ему урон нам. Все бы так понимали, да, заебал. Короче, маг тупо вытащил, получается, да? Чтоб не сделать эту хуйню. Тут второй маг. Хули ты спрашиваешь? Погибель, пиздил, блядь. Он сейчас тебе скажет, сейчас я тебя отпизжу, блядь.
Да не, я просто вижу, у меня вот этот аддон Mage Nuggets, он на самом деле здесь классно работает. Эссенция отваги возьмите, утоните боссов все, утоните. Смотрите, как работает эта хуйня. Mage Nuggets аддон, он показывает все... Он показывает все скиллабл бафс, то есть все бафы, которые можно спиздить. И сейчас он кастанулся, погибли. И у меня прямо кнопка там, блядь, с этой, с блинком спиздить баф. Я, ну, короче... Блядь, еще реагирую. А надо репать где? Охуенно вообще. Да, посмотрим, сколько починочек у него. В кармане 63 голды. Починка 21. Какие-то невыгодные ППГ.